спасательный круг. Спасательный круг. С утра пораньше. Договорились сегодня ехать на гору Паласа. Друзья приедут из города, а я с деревни. Надо затопить печку, чтобы когда вернусь, было все тепленько. А печки все затапливаются по-разному. Вот я свою так топлю. Ловлю бересту. Подпаливаю. Потом сверху палочки, щепочки на растопку. Потому что, ну сейчас она теплая, я вчера топил. Когда приезжаешь после мороза, вот эти русские. Опа, забыл открыть трубу, думаю, что дымит, ага. А как же она горит без этого? О, пошла. Была печка такая. Они все складываются с начальным входом в колодец вниз. Ну и как-то купил я в начале 90-х, 92-м, по-моему, первую дачу на Тосеи, когда там разрешили продавать. И то разрешили только инвалиду слепому продать дачу. Собралось общее собрание ветеранов. Долго рассматривали мою кандидатуру как потенциального члена кооператива. Кое-как утвердили. Купил я эту дачу и пытался затопить там печку. Бесполезно. Дымит и дымит, дымит и дымит. Там такой глубокий начальный вход был, что там приходилось баночку туда ставить с керосином, самой внутрь. А до этого и прожигало всяко разно, ничего не загоралось. Дымило и дымило. Ну все вроде загорелось. О, загудело. Ну что, Марлик, поедем со мной в лес? Зимой он в лес не ездит, только в деревню, а летом ездит. Выехали на гору Паласа с Иванозера. Деревья в Куржаке стоят, погода солнечная. Выхожу на трассу и на деревню Тосей, а там уже лесом. Встретились с друзьями. Впереди машина и сзади. Так что теперь уже доедем на своем, наверное, доверх. Все, едем по бездорожью, по полному, по кустам. Солнышко красивое. Природа. Куни торчат. Вот она, гора Паласа. Все, заезжаем уже практически. Опа. Кто? Покорили? Залетели? Ага. Да. Я, правда, всю защиту задрал. Снизу торчит, а у меня там не защита. Да, вот на яма была такая. С камнями. Серьезно. Мы проскочили, думали, что это. И нет, чтобы предупредить. Просок
Ну и зачем вы сюда приехали? Так, посмотреть, на какой Великом Истоке ветер. Побывать. Поесть! Покушать, отдохнуть, размяться, правда. У костра посидеть. Планировали, что придем пешком оттуда, но машины заехали сюда, так что это... По старому проторенному уже пути знаем, как заехать легкими путями. Правда, одна канава тут кое-кому помешала, яма. Да. Ну ладно, чё ж. Тоже пень-то такой там. Да. Костер получился наш отметный. Гора Палас. Вот некоторые покоряют ее даже на санках. А сейчас проложат первую лыжню, потом пойдет. В вершине так холодно. На Эльбрусе? На вершине? А-а-а. Какая высота? Ой, я знаю, что на Домбае 3300 мы поднимались. О, ну это серьезно. У нас таких и нету высот-то, край. Вот понаезжай для дорожки, то будет нормально. Он один раз уже проехал, здорово. Про первый-то раз не знаешь же, откуда заехать. Они куда-то туда выехали, вот так пойдет, оттуда вот. А мы уже оттуда заехали. А что вот эту кружку, зачем туда? Да так-то вроде не тяжело было. А вот у меня есть это. Угощайся. Просто вот стала. Вот кипяток. Сейчас она оценит быстро здесь. А тут это не коллективное фото, а коллективное интервью. Своими попили чаю, нам уже все хорошо. Впечатлениями поделитесь. Ой, здорово так отдохнули. Супер место. Воздух свежий, очень. Ветер пронизывает. А все равно здорово. Чувствуется Забайкалье. Конечно. Солнце есть, а тепла нет. Вот начали удачно. Солнечное Забайкалье. Для меня это вообще экстрим. Особенно, когда добирались. Есть там жизнь. Есть ли жизнь на горе Паласа? Нет ли жизни на горе Паласа? Никто. Зари города и за крышами спрятана по весне, словно добрые духи земли растают цветы сквозь сосна. Того, что загадка какая-то есть на земле у любой красоты, а того, что родился и вырос здесь. Я люблю городские цветы. Городские цветы, городские цветы. Вот опять я кричу во свой слёз.